У алтайских борцов появится возможность тренироваться в современных условиях. Сегодня в Барнауле открывается краевой центр самбо. Он находится на месте бывшего спорткомплекса вагоноремонтного завода. Здание было полностью отреставрировано. Переустройство финансировал собственник завода в качестве подарка ко дню рождения города. По предварительной договоренности руководства предприятия и президента Всероссийской Федерации самбо, в здании разместится алтайское отделение федерации. Помимо школы борьбы для детей и взрослых, в центре будут работать тренажерные зал и зал для фитнеса. Церемонию торжественного открытия алтайского центра самбо посетят полпред президента в Сибири Николай Рогожкин, губернатор Александр Карлин, а также многократные чемпионы мира по самбо. Помимо обзорной экскурсии, гостей ждут показательные выступления алтайских борцов. Церемония открытия начнется в 12 часов. Подробности смотрите в дневных выпусках новостей.